Звезды российского радиовещания зажигаются на Каме. На набережной началась подготовка к Дню молодежи. Среди тех, кто сегодня обсуждает ход грядущего праздника, ведущая радио Energy Набережные Челны Катя Юрча. В ближайшие два дня у нее очень напряженный график. Ночью наша коллега по холдингу СТВ Медиа улетает в Москву. Ее, как одного из трех финалистов в номинации «Лучший ведущий», пригласили на церемонию награждения национальной премии «Радиомания-2015». Стоит отметить, что для отрасли это самый престижный конкурс в России. Завтра вечером мы узнаем точно, станет ли Катя Юрча номером один в стране. А ей самой, независимо от итогов, задержаться в столице не получится. Утром 27 июня мы прилетаем из Москвы вместе с группой «Серебро» в одном самолете. Потом буквально практически сразу таким же темпом летим в студию «Radio Energy». С 2 до 3 у нас будет эфир. Практически сразу приезжаем сюда, на набережную Камы, чтобы достойно встретить и отметить День молодежи уже на сцене. Напомню, что в этом году вместе с исполкомом города праздник челнинцам дарят холдинг СТВ Медиа и компания «Акульчев». Всех, кто в эту субботу придет на День молодежи, ждет еще немало сюрпризов от них. Подробнее об этом и о том, как идут репетиции грандиозного водного шоу, мы расскажем в нашей программе завтра.